Всем привет, с вами Сид, и мы продолжаем проходить Куб Escape Collection. Пещера. The Cave. Так, остановились мы на том, что опустились, я так понял, под воду на какой-то субмарине. Лодки подводные. Что это такое вообще? Угу. Неясненько. Так. Это что? Ничего не видно нам в перископ. Это похоже на то ли компас, то ли штурвал. Не ясно, что это. Так, здесь нам надо код набрать. Гадать бессмысленно. Так. Вот это под куб подходит. Это что такое? X, Y, какие-то координаты. Так, вот X, Y я настраиваю, я понял, да? Depth. Типа глубина, по идее. Радар. Радар. Мы типа мы вот здесь, да, находимся. Три мы треугольника, вот радар уже вокруг нас светит. Хорошо, мы вот здесь. А куда нам надо? И что это такое вообще? Ну хорошо. Давай дальше разбираться. Наверное, надо сюда куб поместить, как всегда. Понятно. Это что? Т, глубина. Ага. Так. Корабль. Отлетела пробка. Тут у нас что? Оу. Глубина Д 40. 3, 2, вот эта штука. Шкатулка не открывается. 3, 2, вот это что? Ракушка, возьмем. Пустая чернильница. Это что такое? Какие-то координаты. А, это азбука Морзе, смотри-ка. Так. Ладно. Это тоже под куб. Хорошо. Что у нас получается? Я так понял, вот здесь нам подсказка дана. Вот. От вот этого здания 3 сюда, 2 вниз. От вот этого, да? Это что за камешки? А, это камешками, наверное. Раз, два, три. Раз, два. И что? Ну вот точка. А, вот X, Y, пересечение, смотри. X, 3, Y, 5. А Dep 40 было, да? Хорошо, идем сюда. X, X, 3, Y, 5. Dep 40. О! Точно. Работает. Что-то есть здесь. Прикольно. Деп 0. А мы можем как-то? Лампочка зеленая. Вот это, короче, цель, я понял. Молния красная. Энергии не хватает. А как нам энергию получить? Хороший вопрос. Я поворачиваю этот штурвал, смотри. Я повернул налево, это понятно. Теперь нам надо как-то проплыть. Раз, два, три, четыре. Четыре влево. Точнее, 4 прямо надо проплыть. А как плыть-то? Как это все за... Да блин. А, так здесь тоже кубы нужны, что ли? Или что? А может сюда? Ясненько. Так, 4 надо было. Наверное, вот это будет маршевый двигатель. Дай-ка. Покажи. Что, мы правда плывем? Мы плывем. Хорошо, нам надо повернуть сейчас будет направо. И раз, два, три, четыре, пять. Пять клеточек прогнать. Это еще что такое? Странно.
крючки, тазик. В тазике пусто. Так, нам повернуть направо. Мы поворачиваем. Да, мы повернули. И 5 клеток вперед. Погнали. Подожди, стоп. Угу, мы доехали. А дальше что? А где там перископ был? Что в перископе? Ясненько. Крючки. Это что, угли? Горит. Не понял. Кнопка. Что с этим совсем делать? Непонятно. А, подожди. У меня глубина не та. Вот эта глубина. Так, 10. Еще 3 раза надо. 20. 30. 40. Ага. Загорелось, типа мы на месте. Что нам покажут? Нифига. И что теперь? О, рыба. Появилась рыба. Что с тобой делать? Стрелка. Так, ей поворачивать надо. Вот мне стрелка есть, может сюда надо загнать, типа. Давай. Ну, наверное, как-то так. О, рыба. Хорошо. Так. А еще? Точно. Вот так. Блин, еще надо успеть. Что, каждый раз подбирать ее надо, да? Еще рыба. Отлично. Опять. Ну вот, 3 штуки. Че, мне, наверное, их повесить надо сюда? И че? Уравновесить, что ли? А тут еще, смотри, крючки, по-моему. Можно выше повешать? Нет. О, еще есть, отлично. Эй, труба-то закрыта. Подожди-ка. Может, кнопку вот эту надо нажать? Ага, я так и думал. Ну и еще одна рыба. Так, наверное, надо вот эти деления, чтобы совпадали. Хорошо. Еще есть рыба? Есть. Опять надо кнопку нажать. Я понял. Так, первая у нас пойдет вот так. Вторая вот так. Отлично. Рыбеха. Так, иди сюда. Нет. Тебе? О, совпало. Походу еще одна нужна. Так, ну и понятно, здесь кнопка.
И тебя вот так. А чё случилось-то? Эй, ты чё, не попала по кнопке? Вроде же с первого раза было все правильно. Ну ладно. Иди сюда, рыбеха. Рыба моей мечты. Ага. Mental Helms. Оу. Я даже знаю, где это написать. Это вот здесь. Оуэлл. Давай. Где тут L? Спасибо. Что теперь? Крабе. Мистер Крабе. И чё? Чё с этим делать? Ракушку тебе на. Спасибо. Жемчужина. Подожди, а жемчужину... Жемчужина вот как вот тут, такие же, да? Нет? А может в шкатулку? Точняк. Треугольник. Depth 30. Глубина 30. Так, вот это здание, церковь и вот эта точка на глубине 30. Я понял. Иди сюда. Камни можно убрать? О, прикольно. Так, вот так вращать, да? Вот так. Ага. То есть это 2 на 2 на глубине 30. Ладно. Угу. Так, ну хорошо. А почему горит куб? Типа куб. О! Иди сюда. Так, как на кнопку? Нет, это вот это. Вот это? Быстро. Забрали. Отлично. О, вот он. Ты. Хорошо. Чё теперь? Чё, куда? Ага. Так, знакомая. О. Так. Тут, в принципе, все ясно. Спасибо. Попугай орёт, белый куб. Вот теперь мы можем менять. Типа, что мы там куб не заблали, да? 30. Вот, смотри-ка. Так, нам надо... А почему энергии нет? Мы же рубин вставили. Можешь куб вставить? Есть такое дело. Так, подожди. Куда нам надо? Нам надо прямо 3. Поехали. Прямо 3. Давай. Потом повернуть налево. Ага. И проехать. Один. Так. А, у нас глубина не совпадает. У нас 40, а надо 30. Это 50. А как? А, вот спускается. 40, 30.
Все, мы на месте, да? Так, где там подзорная труба? Опять ничего не показывают, а в иллюминаторе. Здрасте, приехали. Ты кто? Даун. Азбука Морзе. А если я скажу даун? Тут же можно сказать ему доун. Прикинь. Две точки. Ой, я не то сказал. Д. Это штрих. Две точки. Три штриха это О. У это две точки штрих. И N это точка штрих. Нет. Не понял. А если up? Точка, точка, штрих. Штрих, точка. Ничего не понимаю. Точка, точка, штрих. П. А, так я не то. Ну-ка, точка, штрих, штрих, точка. Ему, наверное, рыбу надо сожрать. Сказать вперед. Или налево, left, наверное, L. Ну-ка. Точка, штрих, точка, точка. Точка это Е. F это две точки, штрих, точка. Блин. Сбился. Точка, штрих, точка, точка, точка. Точка, точка, штрих, точка и Т, штрих. Сожрал. Это он мне что-то сказал? Две точки это И. Штрих, точка это Н. Штрих, штрих, точка, штрих. К-инк. А, это опять код. Так, подожди, тут куб надо забрать. Спасибо. Спасибо. Так. Ага. Это что? Very. Это вот так. Where will be. Понятно. Да, давно не виделись. Так, черный куб. Хорошо. Тут все сгорело. А это что? Ничего. Пам-пам-пам-пам-пам. Рыбок больше нет? А, инк, ё-моё, инк. Забыл уже про это слово. Стоп. Здрасте. Ё-моё.
Это надо все заполнить. Я примерно понял. Черт. О. Это что? А, это чернила, наверное, это же осьминог. У меня есть чернильница. Ага. Так. А чернила, наверное, надо отнести туда. К карте по-любому. Где там карта? Чё? Это у нас 4 на 6, а 2 нуля это чё, глубина, что ли? 4 на 6. Давай посмотрим. 4 на 6. Есть такое дело. Так, у нас опять нет энергии, надо куб вставить, да, я понял. Так, вставляем куб. Куда нам надо плыть? Нам надо повернуть назад и проехать две клетки. Я могу сделать оборот вот такой. Могу. Две клетки вперед. Давай. Теперь повернуть направо и проехать. Сколько клеток? Раз, два, три, четыре клетки. Четыре. Сюда. Угу, готово. Три, четыре. Поехали. Ага. Прибыли. А, у нас глубина должна быть нулевая. Все. Так, есть контакт. О. Ладно, забираем. А почему загадок нет? Странно. По идее, должна была быть еще какая-то загадка. Так, ну хорошо. Куб наш. Фу. Какие обои мерзкие. Что, сопоставить надо? Так, это не так. И не так. Вот так. Да ё-моё. Ага, готово. Что теперь? А, ну куб нам дали, хорошо. Чё теперь? Куда теперь отправляться? Странно. Это чё? На крючок посадить? Ну, давай. Черт. Это сложно.
Давай еще раз. Так, эту дальше надо. Вот так. Почти. Где-то вот так, наверное. Хорошо. Давайте дальше. Ага, крючок поменялся. Так, а тут можно с одной вообще справиться. Чуть подальше поставить. Давай. Это просто. И еще вот так. Ё-моё, ты чё пугаешь? Дурная рыба. Крючок поменялся. Так, ну тут тоже можно с одной справиться. Вот так вот где-то. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Эх, почти. Вот так. Давай, 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 давай. Миллиметра не хватило-то. Отлично. А чё, все, крючки куда делись? И рыба, кстати. А, ну такие на крючок, а не в трубу. А, так мы на. А, я, может, тебе помогал рыбачить? Что это? Что это такое? Это буквы? К, И, Т, кит. Это буквы. Понятно. Я, наверное, тебе рыбачить помогал. У тебя три рыбы как раз было. К, И, Т, Т. Здравствуйте. Крючок. Зачем мне крючок? Неясно. Тебе опять крючок дать? Нет, рыболовный крюк. А зачем крючок? Где я могу вообще применить? Что за бред? Сюда? Нет. Сюда? Да блин. Перевернуть нельзя. Бутылка. А, я помню, что у нас с бутылкой пробку выбили. Это чё? Это чё? Это что? Записуля. Так, от здания вверх 3, направо 1. Деф 50. Угу. От церкви вверх 1, 2, 3. Также 3, направо 1. Так, x3, y4, df50. Угу. 3, 4, 50. 4. Отлично. Поехали. Так, куда нам плыть-то? Назад 2. Назад 2. Назад 2. Вот так. Развернулись, отлично. 2. Теперь налево 1. Налево. Один. Я уже прям мастерски управляюсь. А, и деф. Деф 50. Раз, два, три, четыре, пять. Воу-воу-воу, что-то уж экран посерял.
В смысле? Черный куб. А, я их забираю. Белый куб, синий куб. Я что, всплыть не смогу? А как так? Иди нафиг, ты дурак, что ли? Ты кто? Я под водой? Я водяной, я водяной, я под водой. Никто не водится со мной. Я на них не зря нажимаю. Они вмигают его белый куб. Как всегда, все связано с кубами. Что это, дверь? Ой, здрасте, кролик. Это она, я понял. Дверь, лифт точнее. Это он. Хорошо. Так. Кубы поставить? Поставил. Это что? Золотой куб. О, кресло пустое. О, мистер детектив. Смотри, он темнеет. То нет. На, я так и думал. Все, ты поехал? А она осталась? И что теперь? Продолжение следует. Интересно. Я, по идее, прошел все. Поздравляем с прохождением всех глав коллекции Куб Эскейп. Благодарим вас за игру и надеемся, что вам понравился ваш визит на озере. Можете поделиться впечатлением, оставить свой отзыв здесь. Оставить отзыв? Нет. Ну вот и все. Вот мы и прошли Куб Эскейп Коллекшн. Мне, как всегда, понравилось. Обожаю Расти Лейк. Вот, ладно. Что же, оценим эти видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и смотрите продолжение. Всем удачи, друзья!